решения задач инновационного развития строительной отрасли Волгограда невозможно без тесного взаимодействия науки и производства, без квалифицированных инженерных кадров, носителей передовых идей. И в этом отношении наш город обладает значительным потенциалом. Волгоградский архитектурно-строительный университет входит в десятку лучших в России. За 60 лет своей деятельности вуз подготовил около 70 тысяч специалистов. Мы не готовим, конечно, специалистов по инноватике, специалистов по инновационному развитию. Мы делаем свое дело, мы готовим специалистов своего профиля. Другое дело, что мы рассчитываем и стараемся им привить то, чтобы они во время обучения были предрасположены к тому, чтобы вовремя ухватить ценность тех разработок, которые они увидели, о которых они узнали, которые необходимо внедрять, которые в конце концов приведут к эффективным, конструктивным, технологическим, организационным решениям. К скорейшей модернизации строительную индустрию Волгограда подталкивает необходимость своевременного решения задач, связанных с подготовкой к проведению в нашем городе чемпионата мира по футболу. Объекты, которые в этой связи предстоит построить, будут соответствовать самым высоким мировым стандартам. Чтобы получить право на участие в этой грандиозной стройке, волгоградские предприятия должны совершить качественный скачок и выйти на достойный, высокотехнологичный уровень производства. Нельзя быть велосипедистом-заочником. Понимаете? Нельзя научиться ездить на велосипеде, не садясь на него. Нельзя быть боксером по переписке. Надо выходить на ринг. Поэтому сейчас это все начинает двигаться. Деньги идут, объемы есть, заказчики есть, потенциал есть. Я уверен, что сработает. Успешному внедрению инноваций в немалой степени должно способствовать создание отраслевого научно-производственного кластера. Кластерный подход в строительстве позволит различным волгоградским предприятиям, а также разработчикам новых материалов и технологий, объединить усилия, чтобы сообща выстоять в жесткой конкурентной борьбе.